Кемерово останется без воды. Правда, только на сутки. С 22.00 29 августа до 6.00 31 августа в Центральном, Заводском и Ленинском районах будет отключена холодная вода. Частично отключение затронет проспекты Октябрьский и Ленина, улицы Марковцева, Сибиряков-Гвардейцев, Тухачевского, Волгоградская, Терешковой и Бульвар Строителей. А улица Ворошилова, Соборная, Спортивная, Гагарина, проспект Химиков и микрорайон ФПК целиком останутся без холодной воды. Кемеровчанам на этот период рекомендуется сделать необходимый запас. У нас есть правила технической эксплуатации сетей и сооружений. И согласно этих правил, мы обязаны регулярно проводить профилактику на сетях и на сооружениях. И замена трех задвижек, две диаметром 500 мм и одна диаметром 600 мм, это окончание наших мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 года.